С Новым годом! Вы такой вредный! Есть идея. Я украду у них Новый год. Печенька, узрите. Вот он, наш враг. Фу-фу, сказал! Нельзя поддаться! Соблазну. План такой. Санки столкнем с крыши. Все ясно. Погнали. В жизни не слышал такого скрипучего снега. Чтобы притвориться Сантой, в образ нужно тщательно вжиться. По оленям. Полетим красиво. О-о-о. Autumn decoration, a town down. You can ask Max how to play a round. Okay. Who is this mean fellow with his skin all green and his teeth all yellow? Макс, я повышаю тебя до самого главного оленя. Что? Макс? Молодец! Гринч. Макс, ты знаешь правила. Ты спишь на коврике, а я сплю в... Когда ты успел научить его щенячьему взгляду? Ладно. Ух, обожаю праздники. Вы не идем. А что будет, если ты забудешь обо мне? Глупенький Мишка. Я никогда о тебе не забуду, обещаю. Даже через 100 лет. Придется поработать в выходные, Робин. Но я дал слово жене и дочери отвезти их за город. Ты нужен мне здесь. Как не сможешь поехать? На работе проблемы. Твоя жизнь проходит мимо тебя, а ты не замечаешь. Как же быть, как же быть, как же быть? Да уж, как же быть? Винни? Кристофер Робин? Нет! Дисней представляет. Но то дерево росло за городом, а не в Лондоне. И здесь нет дупла. Может, оно тут потому, что так нужно? Это глупое объяснение. Вот спасибо. Винни, а зачем ты пришел? Ой, да, попросить о помощи. Я растерял всех друзей. Мы разберемся, что к чему. Ну ладно, Винни, попробуем. Мне думается, что я застрял. Ты, наверное, мед ел. Не ел я никакого меда. А дальше куда? Я всегда прихожу, куда шел, уходя оттуда, где я был. Да что ты? Мой любимый способ. Привет, ушастик! Кристофер Робин, это ты. И снова играешь. Надо скорее найти Хрюню. Я и так слишком задержался. Всем привет! Кристофер Робин! Я так рад вас всех видеть. Вот спасибо. Глупенький Мишка. Я ошибался насчет работы и всего остального. И меня ждут мои родные. Прощай, Кристофер Робин. Я бы хотел побыть с ним капельку подольше. Думаю, наша очередь спасать Кристофера. Ты, наверное, Мадлен. Стой, ты медвежонок с папиных рисунков? Да, ты знаешь, где он? Конечно. Поскакали! Фу, какой несимпатичный самозванец! Ты глянь! Тигруля! Ушастик! Хрюник! Если кто-то хочет похлопать, то сейчас самое время. Вот беда. Ой-ой, мамочки. Не помню я особого веселья. Говорят, время все поправит, а я вот сам поправляюсь. Кристофер Робин. Нет, Винни, это не... Неважно.
Так, сейчас мы тебя подключим. Вифи? О, Вайфи? Не зайдешь, не увидишь. Кого? Есть тут кто-нибудь? И вот мы в интернете. Эй, ты куда? Детка, подожди меня! Ух ты, чё тут? Мы с тобой в интернете! Делай вид, что мы отсюда, не выделяйся! Новое средство уберет жир с живота! Ох. Сотни женщин ждут встречи с тобой! Да ну! О, не знаю, кто такой этот Гугл, но ему, наверное, оттуда все видно! Добро пожаловать на eBay. Дамы и господа, следующий лот картина на черном бархате «Печальный котенок». 310. 315. 325. 325. Ой, этот парень-то крутой. А сейчас гляди. 15.30. Продано. Да! Можно номер вашей кредитной карты? Не понял, как каковой карты? Скажите, как вы намерены осуществлять оплату заказа? Настоящими деньгами? Ну все, погнали! Кошмар! Тут какой-то безумие. Нам домой бы. Ты пойдешь с нами. Что случилось? Интернет рушится. Я просто в истерике. Скорее, Майк! Я все сломаю! Дисней представляет «Ральф против интернета». Мы погружаемся в темный интернет. Темные личности на каждом углу. Предупреждаю, не смотри на его младшего брата. У него есть братик. Эй, на что вы уставились? А ты руки мыл? С мылом? А ты их вытер? Что? Тут одни овощи! Кто заказал одни овощи? Я. Нам ничего не нужно обсудить. Что? Слона у тебя за спиной. Нету там слона. У мамы новая работа. Пора покончить с несправедливостью. Пора вернуть супергероям былой престиж. Надо изменить отношение общественности к супергероям. И Эластика с этим справится. Лучше, чем я? Классная у мамы работа! Пока, милый. Я присмотрю за детьми, не волнуйся. Disney и Pixar представляют... По-другому учили. Нам нужно решать пример вот так. Я не умею вот так, но я же решил пример. Да ладно, ответ совпал. Ответ совпал. Алло. Привет, милый. Как там дети? У нас все чудесно. Это что, переходный возраст? А Джек-Джек? У него все отлично. Он где? Ням-ням, печенька. Ой, мама. Вкусная. Вот это да. Это необычненько. Ерунда какая-то. Чтобы помочь детям, их надо забросить, чтобы исправить закон, нарушить. Что ж делать? Пойми, ради детей так нужно. Спасибо, молодой человек. Угроза воспламенения? В каком смысле? В том смысле, что будет пламя. Суперсемейка 2. С вами экран Тиран. Я прерываю программу для важного сообщения. Приезжай, у нас тревога. Буду минут через 10. Где ты будешь минут через 10, чтоб через 20 был дома? Японский архипелаг. Через 20 лет. Рост численности собак достиг масштабов эпидемии. Вспышки собачьего гриппа прокатились по городу Мегасаки. Мэр Кобаяши издал экстренный приказ, призывая к немедленному карантину. Мусорный остров превратился в место ссылки. Стал островом собак. Я этот мусор уже не перевариваю. Точно, как с языка снял. Даже не думай сдаваться, понял меня? Никогда.
Ты Рекс, ты король, ты герцог, ты босс! Я вождь. Мы стая страшных, несокрушимых альфа-псов. Атари Кабаяши, ты героически угнал легкий турбовинтовой самолет XJ-75 и полетел на остров ради своего пса. Вот засада. Кажется, я влюбилась. Мы тебя поняли. Ищешь своего пропавшего пса Спотса. Кто-нибудь его знает? Нет. Спотс, если он еще жив, может содержаться здесь в качестве пленника. Похоже, что-то назревает. Ты ему поможешь? Юному пилоту. С чего бы? Потому что он 12-летний мальчик. Мы таких обожаем. Мы найдем его. Где бы он ни был, если он жив, мы найдем твоего пса. Сейчас будет драка! Кто-нибудь его понимает? Вау! На север, вдоль старой дороги, через ядовитые грязевые болота, ведущие к радиоактивной свалке токсичных химических отходов. Вот куда мы отправимся. Понял. Готовьтесь прыгать.